Здравствуйте, это канал Максимадзе, и вы смотрите спецвыпуск по модам на каждого соседа. Собственно говоря, в такой рубрике под названием как бы спецвыпуски мы будем, наверное, пересматривать лучшие моды за всю историю данной рубрики. И сегодня я хочу показать такой мод, как Art of Tricks. Этот мод я показывал еще в 2020 году, то есть очень-очень давно. Я его там полностью не проходил, и, наверное, зря. Этот мод заслуживает того, чтобы его полностью пройти. Не сказать, чтобы он прям супер-пупер какой-то крутой, но он реально очень даже заслуживает внимания. Действительно, один из любимых модов у меня и еще кое-какого одного моего товарища. И этот товарищ точно сейчас знает, про кого я говорю, и я передаю ему большой привет. Мы с ним вместе играли в нее несколько раз. Короче, Art of Tricks — это такая вот немножко своя версия, когда соседа, автор который здесь не написан, короче, при запуске игры он указан. Давайте-ка начнем. Первые шаги и описание то же самое. Такой вот экранчик здесь. В этой рубрике я, короче, буду показывать лучшие моды за всю эту рубрику. И вот первый из таковых. Ну, как бы первый уровень здесь ничего нового из себя не представляет. А вот некоторые следующие действительно стоят того внимания. Основные уровни, я бы сказал, стоят внимания. Дальше больше. Собственно, Gangsta Show, видимо, автор этого мода. В 2020 мне его прислали, в 2020 я его и показывал первый раз. Но этот мод меня даже просили полностью пройти, ну и вот, видимо, я только сейчас это сделаю на видео. Я не знаю, есть ли большой смысл обучения проходить. Оно не изменено толком. Но думаю, чтобы пробелов не оставлять на уровнях, мы пройдем. Ну и вот, анимации такие вот слегка измененные. Пройдем их, чтобы не оставлять пробелы в меню выбора уровня, так сказать. Поехали. Под конец обучения режиссер Джо хочет познакомить, что у нас встретится в следующей серии, как раз с мимо животных, где прятаться, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Все это мы уже видели. А, да, что-то он тут очень быстро как-то бегает. Так, нам разрешат открыть комод только когда сосед туда дойдет. Вот так. Ладно, обучение, которое не вызывает интереса, мы уже прошли. Давайте уже первый сезон будем смотреть. Смотреть, какие там есть изменения. Ой, извините. Бывает. Увидел гадость, сердцу радость. Ну, немножко измененное название первого уровня. Ротвеллер смотрит новости о коронавирусе. Да, в период коронавируса выходил мод. А пока идет реклама, он идет смотреть, как раздевается сетка. А что за кошмар, говорит Вуди, пробирается в дом. Ну да.
с большой буквы, к сожалению, не написал автор имя его, что неправильно. Так, как мы видим, здесь двери в подвал и на третий этаж не закрыты, а их здесь вообще нету. Что, видимо, нас отсылает к консольной версии. Нам предлагают взять варежку, которой мы будем крутить антенну. И здесь пакости всего лишь три. Микроволновки, потому что нету здесь. Держатель, видимо, нам не нужен. Текстурка у варежки не очень, конечно, хорошая, но сойдет. Все равно это лучше, чем то, что в Вуди возвращается было, где варежка была, но взять ее было нельзя. Текстурки не все, конечно, хороши в этом моде. Но хоть что-то. Здесь видно, что вот это окно из консольной версии было взято, а качество его довольно-таки плохое, ну потому что в консольной версии разрешение было ниже, чем в ПК-версии. Поэтому и качество такое. Утили экрана. Почему описание с маленькой буквы начинается и имя тоже снова? Пила пилит очень долго, в подсказке написано. Запасается бухлом, смотрит сериал какой-то сосед. В общем. И тут, если я не ошибаюсь, в этом моде, короче, день и ночь через уровень у нас здесь. День и ночь через уровень. Вроде как. Могу путать, конечно, не уверен. Но, по-моему, тут реально ночь через уровень и день, соответственно. Разобранный шкаф и открытый холодильник. Тоже отсылает, тоже это все к консольной версии нас отсылает. Да, вот ночь через уровень, как я уже говорил. Я помню, я не был, как я не был рад тому, что в ремастере Neighbors Back From Hell ночной уровень был всего лишь один, это второй уровень. В консольной версии я на это не жаловался, там ночных уровней было два. Но вот один, два еще ладно, один слишком мало. А здесь просто через уровень. Каждый второй уровень, так называемый, ночной уровень. Это прикольно. По крайней мере, на мой взгляд. Так, сюрприз на день рождения. У соседа день рождения. Празднует наедине с собой и так далее. Сосед не видит Вуди, когда роется в почте, да.
Эта информация нам поможет. Здесь он роется в почте чуть-чуть дольше. А здесь уже есть дверь на третий этаж, но войти в него все равно нельзя. Можно тумбочку посмотреть. Так, ждем. А, нет, 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 не рискну. Не успел бы точно. Короче говоря, видимо, автор здесь постарался сделать так, чтобы пакости не повторялись, как это было в консольной версии. Поэтому пакость, количество пакостей сокращено на уровнях. А может, оно и правильно, не знаю. Яблочный пирог. Что может быть лучше яблочного пирога? Я тоже не знаю. А вот и ночной уровень, как я и говорил. Через уровень. А вот как вот это выглядит, конечно, мне не очень нравится. Можно ли вообще мыло взять? Видимо, нет. Пять пакостей и пять предметов, видимо, для пакости. Не знаю, куда надо кладет. А, испортит микроволновку, наверное. Ugh.
27 градусов на улице, обалдеть. Наконец-то хорошее лето пришло. Я в телефоне сейчас посмотрел. Но жара в этом году что-то поздновато немного пришла. В прошлом году, когда у меня был день рождения, уже было плюс 37. Плюс 37. А сейчас 27. Это вообще жара такая была. Но для деревни вообще кайфово было. Когда на качели перед бассейном сидишь, вообще классно. Хотя вот дома, да, духота еще вообще та. Но в этом году на моем дне рождения было 16, что ли, всего. А жаркая погода только на этой неделе, по-моему, пришла. Футбольные баталии. Два маркера существуют, нам в подсказке говорят. Интересно, не нужно ли мне два раза залезать в комод? Нужно. Так. На унитаз можно, я смотрю, посмотреть, но сделать с ним ничего нельзя. Банный день. Чтобы получить бо... А, ну то же самое, все. Давайте попробуем пройти. Да, ну вот то, что книга так лежит, это, конечно, вообще не прикольно. Ну и конфеты на немного странном столике стоят. Mm.
немножко неправильно я сделал. Ну да ладно. Мы успеем еще сделать пакость с этими шариками. Ну ё-моё. Еле рисует. Не, да не успеет он, похоже. Еле-еле успел. Это не... А, вот еще и эта же пакость, да. Совсем что-то про нее забыл. Сейчас посмотрим на нее. Так, ну, первый этот сезон пройден, но у нас тут первый стоит милая хрюшка. Видимо, как в консольной версии порядок сделали, но при этом автоматически все равно переставится сюда выбор. Милая хрюшка, ротвейлер расстроился, еще один этаж, заводя двух животных себе в дом. Угочили маленькую хрюшку, он бы пошел в магазин. В такое время еще открыт, но на улице идет дождь. Он хотел купить еды для животных, из-за этого он кормит их чем попало. Скукота. Короче говоря, да. В этот мод еще внесен дождь. Ну как дождь? Сам дождь мы не видим, но мы слышим звуки. Мы слышим его звуки. Хотя я, кстати, видел такой... Бывали в нашей рубрике такие моды, где дождь был видимый, причем видимый. Видимый дождь абсолютно. Здесь мы его слышим, но не видим. Мы это с вами знаем, для чего сосед хрюшку себе завел. Чтобы потом сделать из нее шашлык. Ну и мы постараемся урок соседу преподать, естественно. Во-первых, заранее и уже после этого. Тоже. Так, теперь ждем. Перченые чипсы. Чипсы настолько перченые, что от одного взгляда на них слезятся глаза.
Да, причем не просто дождь мы слышим, а еще и грозу. Так. Что-то опять не то пишут. Так, ну вот этот косяк, конечно, не прикольный, но хорошо, что он не постоянный. А, это не меня пишут. Так, ну и последнюю пакость ждем. С чипсами. Честно говоря, попробовал бы я такие чипсы. Супер острые, приострые. Я ел, конечно, острые-острые чипсы, но я... Но острее ли эти, чем те, которые я ел? Интересно. На 100% даже. Солнечное утро. Сосед купил себе собаку. Банка еще нужно, чем за... Банку. Банку. Долго зонтик, дольше зонтик тут у нас закрывается, чем в оригинале, но закрывается. Так, ну мы в комод заглянуть не успели. А вот чем банку надо заполнить, вот это что-то я не припомню.
Что же, а чем же ее надо заполнить-то, ё-моё, я вот не припомню что-то. Все, вспомнил, вот, улей, улей. Улей-то на что? Здесь мед не в холодильнике берется, а из улья. Не просто так же он тут есть. На самом деле пчелиное гнездо в доме человека всегда вызывает страх. О, на пару секунд ожило гнездо. Так, День матери. 4 марта Ротвейлер делает фигню. Один раз он вспомнил про 8 марта, завтра сделаю подарок, думает он 5. 5 марта, ладно, сделал. 6 марта, 7 утром. Днем делает, день вечером. Вечером он вообще забыл про подарок. На часах час ночи тут Ротвейлер, пока не уснул, вспомнил про праздник. Он начал быстро все делать. Ну вот, ну ночью, значит, и будем пакостить. Идут подсказки. Ты точно все смотрел в спальной? В спальне. Подсказка, видимо, намекает нам на то, что в спальне может быть что-то еще. Чего мы могли бы пропустить?
Так. Бочка. Вот так вот я вовремя успел спрятаться, чтобы взять ключ для вот этого дела. Вот это одна из моих самых любимых пакостей, как я уже много раз говорил. О, луна даже есть, обалденно. Так, ну и с Фотиком пакость остается. Так, пикник на балконе. Тапок мясо. Тапок похож на мясо, да? Ой. Кровать здесь почему-то перемещена вот сюда, хотя тень по-прежнему остается здесь. Мясо как в консольной версии, по-моему, выглядит. Мусорное ведро. Так, это его немножко задержит. Опрыскиватель надо понять, где теперь. А, шпилькой надо открыть аптечку, получается. Я просто давным-давно в этот мод играл, уже далеко не всю здесь помню.
долго он это будет делать, но тем не менее сейчас мы это сделаем. То есть тут он не увидит, а здесь... Тут он не увидит, а здесь увидит. Это было бы удивительно, если честно. До туалета не мог добежать, да? Так, спирт для растираний. И подкормка для цветов. Сосед бегает в этом моде в раза в полтора быстрее. Консольной версии он тоже бегал чуть-чуть быстрее, чем в обычной версии для ПК. Отлично. Остался последний сезон. Куртка в стирке. Ротвейлер порубил попугая Чили, но он купил нового. Породы одинаковые, цвет тоже и характер одинаков. Он назвал его Чили. Опять-таки. Просто ему понравилось имя Чили. Вчера сосед упал в грязь, он решил надеть новую одинаковую одежду, пока стирается старая. У Вуди будет дело, чтобы повеселиться. А зачем тебе цветок? Такая вот подсказка, что-то нам должна намекать. И мы должны это запомнить. Короче говоря, описание сделано для того, чтобы как-то объяснить, что здесь есть голова попугая, но при этом попугай у нас все же здесь все равно есть. Не было смысла сюда идти. Но попугай здесь, конечно, нужен для того, чтобы усложнить уровень. И вот здесь я до сих пор помню кое-как необычно, так сказать, надо взять землю. И если я ошибусь, то я второй раз взять ее не смогу. Зачем тебе цветок? Mm-hmm.
Вот и просрал я лопатку. Видимо, сделал что-то не так. Пакет с грязью. Может, его ножом надо открывать? Забавно, что компьютер свет этот излучает. Это грамотненько, прям сделано. Не помню я, что надо делать с этим пакетом. Нож-то я потерял уже. Может, надо ножом было открыть его сначала? Уже потом пылесос. Сейчас попробуем. Немножко поспешим. Так, пока сюда сходим. Тумбочка тут есть. А, вот этим надо открывать. Но я не успею пакости здесь сделать. Придется немножко с этим... А, нет, успею. Есть шанс успеть. Из-за пылесоса этого. О, кое-как успел, блин. И это радует.
Ну. Кусочек света из окна попадает вот сюда, в эту комнату, чего, в принципе, быть не может, судя по тому, что тут ночь. Так, хорошо. Ну и последнее. Сушилка с бельем за засиженными птицами. Засранными птицами. Так, утренняя гимнастика. У соседа вино закончилось. Такая вот интересная подсказка. На что она намекает? Надо бы нам вспомнить. Ключик от аптечки почему-то лежит на полке с вином. И это очень необычно, что он там лежит. Так просто бы, без подсказки бы нет, и мало бы кто догадался. Здесь вот здесь лежит коврик, а мы сюда ролик представим. И коврик в этом месте на самом деле неуместен. Потому что ролик бы по реалистичной физике бы остановился бы на этом коврике. И снова попугай здесь у нас. Ha ha ha.
Так делаем. А пусть хоть сколько использует, мы успеем сделать пакость в подвале. Единственное... Подождите, где лента? А лента-то где? Мне кажется, я что-то забыл осмотреть. Где что-то могло быть. Тумбочка, вот. Хорошо, пакости готовы все. Остается только смотреть. Разбросанные шарики. Не 100%, 100% причем набрали. Так, ну, мастер-ла-мастер. Осталось 2 уровня. Так. На этом уровне пакость, как и в оригинале, ничего обычного, ничего необычного нет. А, по птичку даже посмотреть не можем. На холодильник то же самое.
Хорошо компьютер светится. Здесь нечего нам делать, судя по всему. Так, ну, приступим, наверное. Сразу же сделаем вот это дело. Так. Так делаем. А детали-то на местах, кстати, остаются. Такая вот недоделка. И вновь он наступил ногой на провод на этот, и ничего ему от этого не стало. Ох, вот это я успел, а? Обалденно просто. Обалдеть, как я успел. Думал, все, кирдык будет сейчас. Так, ну и последний уровень остается. Он у нас про
Сезон охоты. И где крыса, подсказка у нас. Я, кстати, помню, где крыса у нас находится. Так. Начнем отсюда, из подвала. Крысы там нету, но при этом глаза мы только что видели. А теперь они исчезли. Видимо, там была крыса, но мы не успели ее поймать. Она удрала. Крыса в унитазе, но чтобы ее достать, нужен какой-то инструмент. Руками ее руками не брать, да. Вот этим брать надо. Вот и достали. Вообще, когда крыса в унитазе находится, это вообще вызывает тот еще страх и ужас. Так. Какую шляпу? Медали мне, коробку давай. А, я ж в комод-то не загляну. Точно, я не заглянул в комод. Поторопился немного. Надеюсь, 6 минут хватит нам на все при все. Да, ну тут косячок, конечно. И почему, непонятно, но да ладно. Так, ждем, когда сосед пойдет вниз.
Так. Так. Так, секунду. Алло. Да. Приветствую. Что еще раз? Не понял, что продается? Нет, нет, смерть не мне. Не-не-не. Слышь, ну что звоните-то? Что ты устраиваешь, а? Ты 10 раз сюда будешь звонить, что ли, или что? Я не понял, а? Ты 10 раз сюда будешь звонить, или что? По одному и тому же вопросу, блин. Давай, отдыхай. Да разводит, блин. Ну, цемент. Продаю ли я? Уже не в первый раз с этим звонит. Какой-то развод, видимо, звонит. Говорит, цемент, говорит, вы продаете, нет? Я говорю, нет, не продаю. Он говорит, а какого хрена там твой номер делал? А, вот это я забыл сделать. Так, поехали. Ой, осталась минута. Успеет ли он дойти до финала или нет? Не знаю. Так, за 36 секунд он успеет дойти хотя бы до провода. Я очень надеюсь, что успеет. Потому что надо бы
Потому что пока не набран еще процент, при котором можно было бы завершить уровень. О, отлично, набрали процент, при котором можно уровень завершить. Но к ружьем подойти не успеет уже. Так, ну, серебро получили в этот раз. Ну что ж, такой вот мод. Я так, когда я его снимал, еще, по-моему, не ставил оценки. Теперь я это сделаю. Ну, галочку вряд ли мод этот получит. Но твердый плюсик однозначно. Ну что ж, такие спецвыпуски, я думаю, будут еще. Это далеко не единственный мод, который я считаю одним из лучших в этой рубрике. Поэтому на сегодня все. С вас лайк, подписывайтесь, меняйте эпичные видосы, подписывайтесь на мой блоговый канал и вступайте в группу ВКонтакте. Всем пока!